Прошлая ночь была кошмаром. А сейчас я словно заново родилась. Я перед тобой, мотылек, а ты огонь меня влекущий. Ты цвет и радость моих дней, и луч, что светит через тучи. А я твой раб, поклонник верный. Ты, госпожа, жду повеления, но не терзай меня упреками своими. Ты для меня султанша и султанш. Вскружили голову мне локоны твои, твой верный раб, влюбленный Махиби. Прошу, великодушно будь ко мне, ведь я перед тобой всего лишь мотылек. Ибрагим Паша был прав. Что бы мы ни говорили, отец Хюрем Султан будет верить. Что бы она ни сделала, ей все сойдет с рук. Не зря ее колдуньей прозвали. Она словно ослепила твоего отца. Жаль. Даже ты для него теперь на втором месте. На этот раз все будет иначе, матушка. Она поплатится за горести, которые вы пережили. Мустафа, не надо. Держись от нее подальше. Мустафа. Что ты задумал? Не пугай меня, Мустафа! Не бойтесь, матушка. Для Хюрем Султан самым большим наказанием будет разлука с ее детьми. Мехримах. С добрым утром, мама. С добрым утром, моя красавица. С вашего позволения, мама, я хочу написать одно письмо. Что за письмо? Кому ты хочешь написать? Балибею. Где он, как он? Я очень переживаю. Сколько ты еще сердец разобьешь? Только подрасти. Лучшие османские беи и паши всегда будут у твоих ног. Где твои братья? Все еще спят? Они ушли. Мустафа их забрал кататься. Мустафа? Эсма! Слушаю, госпожа. Что я говорила? Как ты смеешь отпускать моих детей с Шахзаде и без моего разрешения? Но я... Приготовьте мне платье! Быстро!
Соболезнования. Жаль, что ваша наложница погибла. Благодарю, Мехмед. Я расстроился, когда узнал. Я больше расстроился. Не ври, ты даже не знал об этом, Селим. Что? Это ты не знал. Это я вам все рассказал. Дети, хватит вам. Как хорошо, что вы пришли сюда. Вы немного меня утешили. Давайте завтракать. Потом пойдем вместе гулять. Хюрем Султан, как вы осмелились ворваться ко мне? Это ты врываешься? Еще и детей моих забираешь? Эсма, отведи детей в мои покои. Мама, но мы сами хотели позавтракать. Селим. Идемте, мальчики. Мустафа, ты ведешь опасную игру. Не ведись на лживые речи своей полоумной матери. Чтоб больше я не видела тебя рядом с моими детьми. К счастью, это не вам решать. Это мои братья. Я буду видеть их, когда захочу. У вас я спрашивать не обязан. Держись подальше от моих детей. Иначе ты сильно об этом пожалеешь. Теперь прольется чья-то кровь. А ну не каркай, или сейчас твоя кровь прольется. Молчать! Циц! Госпожа. Что тут происходит? Не спрашивайте ни о чем, госпожа. Тут такое... Да Ехатун казнить могут. Она убила Политуху. Что? Только вы можете ее спасти. Госпожа, умоляю вас. В чем дело? Расскажите мне все как есть. Как жаль. Да Ехатун служила нам столько лет. Если бы вы не торопились с принятием решения. Валиде соблюдает правила даже по отношению к Мустафе. Да ей никто. Пусть понесет наказание. Валиде, госпожа, я узнала о случившемся. Все говорят, что Дайе будет казнена, это правда? Какая казнь, Хюрем? Такого не будет. Вы ее простили? Учитывая, сколько лет она служила нам верой и правдой, я отправляю ее на заслуженный отдых. Завтра она уйдет из гарема. Как же так? Да я совсем одна. Куда она пойдет? На что будет жить? Не беспокойся. Я подарила ей собственный дом. Кроме того, у нее есть свои сбережения, которых ей хватит на жизнь с лихвой. Повелитель опечалится уходом Дайе, когда узнает об этом. Решение принято, Хюрем. Мой сын о нем знает, я ему обо всем рассказала. Теперь оставьте меня одну. Я всю ночь не могла уснуть. Я очень устала. Хотеть же, ты побудешь еще тут? Конечно, Валиде. Ибрагим Паша принимает послов в нашем дворце. Я ухаживаю за братом, папа. Он больше не плачет. А вчера ночью он плакал. Я слышал. Боли вашего брата уменьшились. Но он всю жизнь будет нести с собой этот страшный недуг. Поэтому будьте всегда рядом с ним. Пусть в вашей любви он найдет исцеление. Сулейман, почему ты позволил, чтобы Дайе Хатун ушла? Я тоже опечален этим, но так будет правильно.
та женщина на нее напала. А Дайе просто защищала себя. Жаль, что она уходит. Боюсь, порядок в гареме нарушится без нее. Кто ее заменит? Правда. Валиде без нее может не справиться. В этом вопросе я полностью согласен с матерью. После такого случая в гареме, Дайе тут не будет жизни. Подумай. Пусть уедет. По крайней мере, доживет жизнь в покое. Госпожа, спасибо вам за все. Не за что. Обязательно дай знать, если что-то понадобится. Аллах да пошлет вам и вашим детям долгую жизнь. Аминь. И тебе. Главное, чтобы она больше не вернулась. Не беспокойтесь, госпожа. Это невозможно. И? В таком случае ты будешь управлять финансами Гюльшах. Благодаря вам, госпожа. Гюляга. Слушаю вас, госпожа. Не дайте Гюльшах завладеть властью. Пусть казначеем станет кто-то из наших. Это было бы замечательно. Но кто им станет? Кто станет? Валиде. Как известно, Дайе Хатун ушла. Вы решили, кто будет управлять всеми финансами? У тебя точно есть кандидатура? Постой, дай угадаю. Это Гюльшах? Она самая опытная. Конечно, если вы позволите. Валиде. Кажется, я вам чем-то помешала. Нет, Хюрем. Кандидатура нашего нового казначея интересует Махидевран. Мы как раз ее обсуждали. Да и ведь только что уехала. К чему эта спешка? Гаремом нужно как-то управлять. Мы же не хотим в нем беспорядка, не так ли? А Гюльшах не допустит беспорядка. Мы видели, что она наделала. А ты кого бы нам предложила? Как я посмею, Валиде? Я буду за того, кого выберете вы. Госпожа, вы нас вызывали? Я хочу, чтобы все узнали, что отныне за финансы гарема отвечать будет Нигер Калфа. Валиде, я благодарю вас. Я тебе доверяю как себе, Нигер. С твоим опытом ты заменишь Дайе Хатун. Только не подведи меня. Я сделаю все, что могу, госпожа. Поздравляю от всего сердца, Нигер. Да поможет тебе Аллах в этом трудном деле. Благодарю, госпожа. Фатьма, Хюрем у себя? В своих покоях? Нет, госпожа.
Она пошла в покои повелителя. Она точно проведет ночь там. Это ее последняя ночь, Иншалла. Аминь. Госпожа, плохо, что Нигер Калфа стала казначеем. Она будет нам мешать. Да, это просто ужасно. Что ж, и это мы решим. Утром успеете все сделать. Пока Хюрем не вернулась в свои покои, Шахзаде необходимо похитить. И без ошибок. Эсма? Доброе утро. А я хотела вам послание передать. В чем дело? Эсма не здесь? Она ушла с братьями. Мустафа их снова забрал. Они поедут на охоту. Я сказала им подождать вас, дождаться позволения. Но нам сказали, что вы разрешили. Аллах покарает их. Пусть сейчас же готовят мне карету! Быстро! Слушай, Мустафа, а почему мои братья не поехали с нами? Такие правила, Селим. Они должны ехать в другой карете. А почему? Место есть. Так безопаснее, Селим. Если случится нападение или поломка, мы не должны быть все в одном месте. Никто не нападет на нас. Я вас всех защищу. Вели вознице ехать быстрее! Пусть гонят коней! Они убьют моих детей там! Их убьют! Эй, ты там! Прибавь к ходу! Гони быстрей! Братская любовь. Ты хотел отнять его жизнь? Мама, ты что? Мы просто упражнялись, Хюрем Султан. Кого ты хочешь обмануть? А где Селим? Где Боязет? Где? Где мои дети? Да вот они. Хюрем, должно быть, уже доехала, госпожа. Она будто с цепи сорвалась. Совсем обезумела. Жаль, я ее не видела. Мустафа славный урок ей преподал. Она ведь всех своей меркой мерит. Госпожа? Что тебе, Фидан? В гареме что-то неладно, госпожа. Сюмбюляга куда-то увел Нигер Калфу. Судя по всему, Валиде на нее сердита. Повелитель. Хюрем, что ты здесь делаешь? Я забеспокоилась, не найдя детей дома. Тебя что, не известили? Это я приказал доставить сюда мальчиков. Хотел немного побыть с сыновьями. Понятно. А мне никто не сообщил. Вот я и приехала, чтобы сердце успокоить. Что ж, поздравляю, Мустафа. Ловко мать с сынком провели меня. Торжествуйте. Это было нетрудно, вы так горячо нас ненавидите. Я лишь хотел, чтобы вы поняли кое-что.
И что же? Что я не такой, как вы. Я не обогрю свои руки кровью невинных. Кровью своих братьев. Быстро же ты забыл. Когда повелитель был при смерти, твоя мать грозилась погубить меня и детей. Валиде помогла нам бежать. Вы преувеличиваете. К тому же я ничего об этом не знал. Нет, знал. Знал, но молчал. Я этого не забуду. И никогда не прощу вам. Я тоже могу вам кое о чем напомнить. О смерти моего нерожденного сына. О том, как вы пытались меня отравить. Я рад, что ты здесь, Хиран. Подышишь лесным воздухом. Госпожа? Здравствуй, Нигер Калфа. Что ты натворила, что Валиде велела тебя запереть? Просто я так расстроилась из-за всего произошедшего, что проявила несдержанность в разговоре. А что такое произошло? Дайя Хатун. На нее ведь напали грабители по пути в Бейкос. Едва не убили. Она пришла ко мне за помощью как раз вчера вечером. Аллах! Кто мог совершить такое злодейство? Этого никто не знает, госпожа. Только тот, кто должен был знать, что Дайя Хатун собирается ехать. Что ты на меня уставилась? При чем тут я? Гельшах? Госпожа, это клевета. Они все выдумали, чтобы ее во дворец вернуть. Хирем, в чем дело? Ты уже вернулась? Дети, идите к себе. Кто же теперь твой защитник, Махидевран? Мустафа, да? Думаешь, он тебя спасет? Валиде Султан, Ибрагим. Хочешь, чтобы он сделал то, что не удалось им? Не беспокойся за меня, Хюрем. Не сегодня-завтра тебя поставят на место. Ты столько лет этого ждешь, что разучилась улыбаться? Если я спрошу, ты скажешь, что я тому виной. Только это все ложь, Махидевран. Не я довела тебя до этого. Довела меня до чего? А ты и правда не знаешь? Ты просто не замечаешь ничего, что происходит с тобой. Хюрем! Ты останешься одна, Махидевран. Ты постепенно теряешь всех тех, кого любила ты и кто любил тебя. Посмотри. Валиде отвернулась, хоть и Джи уже не с тобой. Настанет день, и рядом с тобой не останется никого. Ни Ибрагима, ни Мустафы. Не знаю, суждено ли мне дожить до этого дня, но будь уверена, мои дети доживут. Ты удивишься, но они проявят к тебе милосердие и будут всегда уважать тебя. И все это лишь потому, что я не сею в их сердцах ненависть. Я хочу одного, чтобы они были честными, справедливыми, как их отец.